Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи почтили память жертв радиационных аварий. 31 год назад в Чернобыле произошла крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Дым и пламень. В Сочи стартовала всероссийская компания «Георгиевская лента». У сочинцев появилась законная возможность хоронить близких на закрытых кладбищах. Изменения в правила приняли сегодня на сессии городского собрания. Даниил Квят отметил свой день рождения в Сочи. В преддверии «Формулы-1» гонщик переквалифицировался в кёрлингиста. Кубани, японская префектура Ямагути наметили план сотрудничества. Сегодня Вениамин Кондратьев встретился со своим коллегой из страны восходящего солнца. О необходимости налаживать взаимодействие между странами не раз говорил президент России Владимир Путин. Точки соприкосновения у регионов есть практически во всех отраслях, отметил глава Краснодарского края. Кубанские бизнесмены готовы наращивать взаимодействие с зарубежными партнерами и обмениваться опытом. В том числе речь зашла о современных технологиях, развитых в Японии. Современная экономика требует современных подходов. Мы сегодня очень активно наращиваем темпы в агропромышленном комплексе, в промышленности, в переработке. И для этих целей, конечно, нам нужны партнеры. Япония по расстоянию от нас далекая страна, но я хотел бы, чтобы по жизни она была намного ближе. Это целиком зависит от нас. Насколько мы сможем создать условия для того, чтобы жители префектуры Ямагути и жители Краснодарского края познакомились с культурой, традициями друг друга, а наши бизнесмены нашли те взаимные точки роста, точки интересов и смогли организовать хорошие партнерские совместные отношения. Наша префектура имеет очень богатые природные ресурсы и сельскохозяйственные, и лесные, и горные. С другой стороны, у нас есть промышленные зоны, развит туризм, это в частности горячие источники. Наша префектура гордится своей историей, и я надеюсь, что у нас будет много точек соприкосновения, и благодаря взаимопониманию мы будем расширять наше сотрудничество. Губернатора префектуры Ямагути Цугумаса Мураока Вениамин Кондратьев также пригласил на открытие уникального для России виноградного питомника в Тамани. Планируется, что по итогам визита японской делегации главы регионов подпишут соглашение о сотрудничестве. Краснодарский край и Сербия готовы нарастить совместный товарооборот. Об этом на встрече накануне говорили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и полномочный посол республики в России Славенко Терзич. Разговор шел о сферах наиболее интересных обеим сторонам. Это традиционные направления как для Краснодарского края, так и для Сербии. Сербские предприятия больше как подрядчики присутствуют в строительном секторе. И отдать должное, они хорошо строят, очень качественно строят. Но здесь бы, хотелось бы еще отметить, чтобы мы перешли на новый уровень. Если говорить о агропромышленный комплекс, конечно, сегодня много делаем для того, чтобы не только получать высокие урожаи, безусловно, но и максимально их перерабатывать. Сегодня основная стратегия нашего региона в том, чтобы выращенное, произведенное здесь, в нашем крае, мы могли переработать и максимально довести до конечного потребителя. С точки зрения курортной составляющей, то есть понятно, что мы стремимся к тому, чтобы наши курорты стали круглогодичными, это очень важно. Вот здесь мы готовы максимально сотрудничать. Существуют, мне кажется, все общие предпосылки, чтобы наши отношения развивались лучше и шире. Сербские предприниматели и вообще сербская торговля ориентируется прежде всего на Москву и на Питер. Но мне кажется, надо идти на регионы. Да. Это может быть наша, как бы наша ошибка, что мы мало обращаем внимание на регионы. За прошлый год внешнеторговый оборот Кубани с Сербией составил 83 миллиона долларов. В основном импортировались фрукты, овощи и орехи. На территории региона работают 3 предприятия с сербским капиталом. Сегодня у сочинского памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС «Рыжий лист» почтили память жертв радиационных аварий. Ровно 31 год назад в украинском Чернобыле произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа 20 века.
В ночь на 26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. Радиационное загрязнение распространилось на значительные участки территории Советского Союза, а воздействию радиации подверглись почти 8,5 миллионов человек. У сочинского мемориала «Рыжий лист» сегодня собрались десятки горожан, а также вдовы и сами участники ликвидации последствий аварии. Рискуя жизнью и здоровьем, свой гражданский долг в Чернобыль отправились выполнять 900 сочинцев. Среди них Валерий Майер. Свой орден мужества он получил за выполненное правительственное задание. В составе пожарной роты сочинец очищал сверхзараженный поезд, перевозивший ядерное топливо. На сегодняшний день из жизни ушли 460 жителей Сочи, участвовавших в предотвращении распространения радиоактивных выбросов. Вот в этом году уже 2 ушло человека, в прошлом году так было 18, позапрошлом году вообще около 25 там ушло от нас ребят. Оглядываясь на прожитые годы, мы нисколько не сожалеем о том, что мы выполнили вот свой долг перед Родиной. Город все-таки старается по возможности помочь. Анатолий Николаевич нам дает ежегодно путевки для чернобыльцев. Вы знаете, в прошлом году особенно это было заметно, внимание к чернобыльцам. И памятную медаль. Единственная медаль в городе Сочи – это у нас. По стране не было ни одной памятной медали. Дань памяти погибшим сегодня отдали и школьники, которым чернобыльцы, по примеру ветерана Великой Отечественной, преподают уроки мужества и руководство города Сочи. Память о этом подвиге навсегда останется в наших сердцах. И сегодня, в день памяти жертв техногенных катастроф, жертв Чернобыльской катастрофы, примите слова благодарности за то, что вы и сегодня остаетесь в строю, и сегодня принимаете активное участие в жизни нашего города. Счастья и благополучия вам и вашим семьям. Память погибших сегодня впервые почтили во всем мире. Всемирный день памяти о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции призван служить напоминанием о жертвах катастрофы и об опасности ядерных аварий. Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи стартовала всероссийская кампания «Георгиевская лента». Раздавать ленточки цвета дыма и пламени будут во всех 4 районах курорта. Акция проводится с 2005 года и за это время стала не только всероссийской, но и международной. Повязывать ленточку накануне 9 мая уже традиция. Для миллионов людей георгиевская ленточка – символ памяти, связи поколений и воинской славы. Я ношу ее всегда на груди и рекомендовал бы всем жителям города носить ее именно в этом месте. Когда мы носим ее, там, как шнурки одевают, я видел, ну это вообще стыд и позор. Или там в сумки завязываем. Давайте уже определимся, что ее нужно носить на груди. Волонтеры с ленточками будут выходить на улицы города 29 и 30 апреля, а также 5, 6, 7 и 8 мая. Время раздачи с 13 до 15 часов. В это время их можно будет встретить в Адлере на пересечении улиц Ленина и Кирова, в Хостина площади перед Домом культуры «Луч», в центре у администрации города и в Лазаревском на площади перед кинотеатром «Восход». На майские праздники в центральной части города будет перекрыто движение для автомобилей. Схему движения представили в городском департаменте транспорта. Во время проведения первомайской демонстрации с 9 утра до 13 часов часть центральных улиц города будет закрыта для движения транспортных средств. В первую очередь это касается Курортного проспекта. На время шествия главная улица города будет перекрыта от пересечения с улицей Учительской и до главпочтамта. А 9 мая на время парада проезд транспорта будет закрыт до стелы «Подвиг во имя жизни». Соответственно, вместе с Курортным проспектом кирпич появится на прилегающих улицах и в районе морского порта. В связи с праздничными шествиями будет перекрываться движение на участке Курортного проспекта от Зимнего театра до улицы Поярка и шествие потом далее на Южный Мол на 1 мая и 9 мая до парка Ривьеры. Будет перекрыто движение по Курортному проспекту. Что касается общественного транспорта, по данным департамента, автобусы будут ходить согласно расписанию по измененной схеме движения. Автовладельцы же должны заранее продумать маршрут объезда или вовсе отказаться от передвижения на личном транспорте. У сочинцев появились законные основания для захоронения своих близких на закрытых кладбищах. Этот и другие вопросы были рассмотрены сегодня на сессии городского собрания Сочи. В повестке дня значилось 25 основных вопросов и 3 дополнительных. Подробнее Елена Овсецина.
Сегодня сессия городского собрания началась необычно, с проводов и вручения грамоты Владимиру Давыдову за активную работу. Он сложил в себя полномочия депутата в связи с переходом на работу начальником городского управления по образованию и науке. Теперь в депутатском корпусе комитет по образованию, науке и культуре возглавит директор гимназии номер 8 Игорь Никитин. Дальше работа сессии продолжилась в обычном режиме. Народные избранники проголосовали за передачу в краевую собственность станции переливания крови, которая находится на улице Дмитриевой. Это даст возможность перевести туда и центр медицинской профилактики, открыть несколько врачебных кабинетов, так необходимых в микрорайоне Светлана, где нет поликлиники. Временно на период проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации организаторам переданы некоторые городские территории. Проголосовали сегодня депутаты из-за увеличения городского бюджета. Бюджет наш увеличивается. И за счет неналоговых доходов и эти средства направлены на решение первоочередных нужд. И, кстати, вот мы когда утверждали бюджет на этот год, мы тогда сделали протокольную запись, и там целый перечень объектов первоочередных, которые было необходимо профинансировать. И вот за счет теперь вот этих дополнительных средств мы как раз проводим. И второе, что продолжается софинансирование по федеральным и краевым программам строительства школ и детских садов на территории нашего города. Проголосовали депутаты за изменения в структуре администрации города, где появилось новое управление административной инспекции. Оно будет иметь право составлять протоколы за нарушение правил благоустройства. Появились изменения в системе субсидирования на погашение ставки рефинансирования при получении ипотеки для многодетных семей. Этой субсидией могут воспользоваться не только те, кто стоит на учете на улучшение жилищных условий, но и те, кто вообще не имеет жилья в Сочи. Как будет это работать? Мы сказали, вот в течение месяца, когда рассмотрит департамент экономики конкретное обращение граждан, если нужно, значит, еще раз вернемся, если не сработает какая-то часть. То есть это еще раз, вот, чтобы упростить все же процедуру и увеличить количество семей, имеющих право на получение данной субсидии. По решению депутатов городского собрания Сочи, согласно требованию федерального законодательства, управление торговли может теперь проводить внеочередные проверки по обращениям граждан при нарушении прав потребителей. Есть изменения для владельцев земельных участков, проживающих за пределами Сочи, имеющих льготу. Ее они смогут получать не по месту расположения участка, а в своих городах по месту жительства. Теперь у сочинцев появилась и законная возможность хранить своих близких на закрытых кладбищах, там, где есть заранее рядом с родственниками огороженные места. В этой связи в положение об организации похоронного дела внесен ряд изменений. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Торговый дом «Ярославна» не прошел проверку на антитеррористическую безопасность. Таковы итоги рейда, который сегодня в этом торговом центре провела специально созданная комиссия. Она проверяет рынки и крупные магазины на все виды безопасности. Расскажет Ольга Десятова. Ярославна – один из старейших торговых домов в центре Сочи. На большой площади порядка 40 магазинов. Одежда, товары для дома, продукты, кофейни, столовые. Сегодня сюда наведалась специальная комиссия, которая проверяет такие места на предмет безопасности. Проблемы видны, как говорится, с порога. Вплотную к объекту может подъехать любая машина. Никакого контроля со стороны магазина. И войти может тоже абсолютно любой человек с любыми намерениями. Как вы обеспечиваете безопасность ваших посетителей? Люди заходят, выходят, да, что-то заносят, выносят. Вы как обеспечиваете безопасность? Как вы контролируете вообще, что происходит внутри объекта? Я уже снаружи не говорю, потому что там вообще никто ничего не контролирует. Вопрос комиссии остается без ответа. В торговом центре нет ни досмотровых рамок, ни физической охраны. Да и система видеонаблюдения не налажена. Монитор с оборудованием запрятан в дальний угол. За тем, что происходит на объекте, никто не следит. А между тем сюда ежедневно приходят сотни людей. Мы его поставили оборудование, спрятали в подвале. Никто даже не понимает, не видит, что у вас происходит. Как оказалось, в торговом центре 4 собственника. И кто за что отвечает, разобраться им даже между собой сложно. Кстати, это далеко не первая проверка этого торгового дома. С прошлой прошел год, но так ничего и не изменилось. Рекомендации, которые были выданы в прошлый раз, это 23 марта 2016 года, собственникам торгового дома «Ярославна», выполнены не были. Вот.
не организовано охранные мероприятия, осмотровые мероприятия. Проверяли сегодня и пожарную безопасность. Замечаний нет, лишь рекомендации. Пульт пожарной охраны здесь надежно спрятан, а должен быть на виду, говорит инспектор. Пульт сам должен находиться там, где постоянно есть кто-то из персонала. Придется сделать так, пока. Понимаете, потому что люди, которые мимо туда-сюда ходят, им изменяют все равно. Поставить рамки, нанять профессиональную охрану, дооснастить все входы и помещения камерами, организовать отдельное место с мониторами и человеком, который будет постоянно за ними следить. Таковы требования комиссии. Ну а хозяева в очередной раз обещают устранить замечания. Конечно, мы обязательно, я призываю и все другие предприятия нашего города, что обязательно мы должны себя защитить, и себя защитить, и наших гостей, и жителей города. Все требования по безопасности внесены в акт и будут направлены в прокуратуру. По результатам проверки торговый дом могут оштрафовать и закрыть на 90 суток. Ну а подобные проверки на безопасность сегодня проходят во всех районах Сочи. В списке порядка 250 объектов. Требования к торговым площадкам утвердили на заседании антитеррористической комиссии. Руководителям торговых центров еще раз напоминают, по закону в случае ЧП они будут нести персональную ответственность. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В четверг, 27 апреля, с 9 до 18 часов воды не будет в микрорайоне Светлана. Причина – плановые ремонтные работы на водоводе. На это время без воды останутся потребители на улицах Учительская, Дмитриевой, Депутатская, Лысая гора, а также детсад номер 21 и 10-я котельная. К другим новостям. Два разбитых автомобиля, один погибший водитель. Таков итог ДТП, которое произошло накануне в Адлерском районе. В полночь на автодороге Адлер-Альпика-Сервис 30-летний водитель «Лады Калина» по предварительным данным выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Land Cruiser» под управлением 43-летнего мужчины. В результате аварии водитель «Калины» скончался на месте. Водитель иномарки был пристегнут и не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. В Сочи прошел семинар по защите персональных данных. Организовал мероприятие «Роскомнадзор» по Южному федеральному округу. Как хранить, обрабатывать и передавать персональные данные? Несмотря на то, что закон действует больше 10 лет, его требования выполняют не все, поэтому и проводят подобные семинары. В Сочи приехали представители разных предприятий и организаций из Новороссийска, Владимирской и Воронежской областей. Им в том числе рассказали об изменениях в законодательстве, которые вступят в силу уже с 1 июля. На сегодняшний день статья 13.11 КОАП РФ предусматривает ответственность от 5 до 10 тысяч за нарушение правил обработки персональных данных. Но вот те поправки, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года, они делят статью на 7 составов, и за каждое нарушение будет предусмотрен свой штраф. Ну, скажем так, самый большой штраф там, до 70 тысяч. Но учитывая, что в рамках проверок мы находим 1, 2, 3 нарушения, как правило, то, естественно, это будет все суммироваться, и штрафы, соответственно, будут намного больше, чем сейчас, да, до 10 тысяч. Подобные семинары Роскомнадзор по Южному федеральному округу для всех заинтересованных операторов проводит регулярно. Себя показать и на опыт других посмотреть. В Сочи прошел зональный обучающий семинар по развитию ученического самоуправления. Сочи принял делегацию Туапсинского района, а также представителей Министерства образования Краснодарского края. Таких семинаров в крае пройдет 11. Они объединяют все школы региона. Сочи выбран как город с большим количеством интересных образовательных проектов. Школ 66. Очень огромная возможность реализации данного движения. И также в городе Сочи есть пилотная школа российского движения школьников. Задача для школьных лидеров – показать, какие проекты уже реализованы. Проект мы представляем следующий. «Письма из Сочи». Он направлен на поднятие патриотизма в нашем городе и в целом в стране. Он заключается в том, чтобы написать письма из школ своего города, своего номера в другие города с идентичным номером школы. И тем самым наладить межгородские отношения школьников. Основная цель семинара – научить старшеклассников не просто придумывать красивые проекты, но и притворять их в жизнь. Ведь среди идей школьных советов есть немало интересных социальных инициатив. Даниил Квят отметил свой день рождения в Сочи. Сейчас пилот команды «Торо Росса» готовится к старту королевских гонок и традиционно перед выходом на трассу Сочи-автодрома гонщик покоряет лед. Подробности у Татьяны Говорковой.
Скользить на болиде Даниил Квят уже привык, а вот на лед вышел впервые. Поэтому каждый шаг автогонщика по дорожке страхует капитан женской сборной по кёрлингу. Небольшой инструктаж и первый неуверенный бросок камня. После нескольких попыток стало получаться. Попробовать себя в зимнем виде спорта вместе с Даниилом Квятом удалось и его тренеру. Финну Пересалмыла лед, в отличие от его ученика, знаком. Он играл в хоккей, поэтому с легкостью свиповал камень, брошенный Квятом. Дворец большой, не предназначен для игры в кёрлинг. Впрочем, и состав участников двух команд был интересным. Профессионалы играли наряду с новичками, автогонщиками и представителями СМИ. На этой площадке не все как в классическом кёрлинге. Дорожка укорочена на 9 метров, да игра прошла всего один энд. Единственное, что здесь традиционное, так это вот эти слайдеры и камни. Вес каждого около 20 килограммов, поэтому неподготовленному человеку правильно бросить камень, чтобы он зашел в дом, крайне сложно. Тем не менее, новоиспеченные кюрлингисты показали неплохие результаты. Борьба желто-красных шла наравне, и только финальный бросок определил победителя. Со счетом 1-0 лидировала команда Квята. Не зря говорят, да, талантливый человек талантлив во всем. Данил очень быстро все схватил, и во многом благодаря его удачным броскам у нас получилось выиграть эту мини-игру. Знакомство с зимними видами спорта у автогонщика проходит уже 3 года подряд. До этого Даниил Квят пробовал свои силы в хоккее и бобслее. В следующем году, наверное, фигурное катание. Я не знаю, я шучу. Так что мне понравилось играть в кёрлинг. Очень впечатляющий вид спорта, на самом деле. Тут очень нужна точность и концентрация. Концентрация понадобится автогонщику и в ближайшие дни. На Гран-при России в этом году будут представлены самые скоростные болиды. Даниил, напомню, выступает за команду Торо Росса. Кстати, сегодня же, в день рождения Квята, прошла презентация книги о его молодежной карьере. Автор, спортивный журналист Олег Карпов, подробно описал путь российского пилота от первых стартов до гонок в Формуле-1. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.